простой человек. Да, вот на это и вот, вот здесь где-то. Ого, это что там так глубоко сразу? Вот он. Прикольно. Да. Да. У тебя же был с синим. Не-не, у меня вот такой был. Любой такой, блин. Стой, а вдруг это, да, я посмотрю. Это он. Потому что другого режа там быть не может. Ребята, посмотрите на этого героя. Ему надо... Короче, у него есть канал, надо зайти, подписаться на его канал и пролайкать все его видосы. Смотрите, какой добрый человек, спас мне Риджа. Просто. Мой Ридж вернулся ко мне. Здорово. Щучка? Ага. Ну вот. Нормально. А прям в это, там коряги лежат, ага. Палка такая. Я за нее. И, ну, думал, сейчас ебется, я начал мотать на видео запас. На что, на Элмину, да? Нормально. Нормально. Галавль, галавль, я думаю. Поклевка хорошая. А может и щучка? Давай, галавль. Галавль. Крутяк, смотри, наливорм. Без глаза который. Пушка. Блин, ну поклевочка прям вообще супер. Класс. Класс, друзья. Вот на такую приманку сейчас покажу. Это форелевый вип. Блин, у тебя как-то с випами очень хорошо. Да. Я правда на них не ловлю. Ну я сейчас... Надо... В этом, наверное, проблема, да? Я думаю, да. Сейчас не ставлю. Я боюсь, оторву и потом зимой у меня ничего не будет. Зимой мы найдем способ, как запастись вибами. Вот такая приманка, друзья. Сейчас покажу. Вот. Леворм. Ха, глаза нет одного. Форелевый. Так. Спустимся, пустим головлик нашу. Не зря я решил обзавестись вот такими маленькими компактными вибами для ловли головля, потому что вот весной такая ловля актуальна. Я думаю, летом можно будет тоже облавливать нижний горизонт и пробуют ловить головля. И вот сегодня я в этом как раз и убедился, что головля они ловят. Он сейчас стоит ниже, сверху он ничего пока брать не хочет.
Так что вот так.